В одном ряду с аварийно-спасательным подразделением каннские волонтеры присоединились к профилактическому мероприятию, направленному на соблюдение особого противопожарного режима. Как отметили ребята, сейчас это особенно важно. Донести до жителей Каннска то, что пожар, типа, это очень большая такая проблема. И не надо, то есть, там, спичками баловаться и все такое. В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода на территории Красноярского края и участившимися нарушениями пожарной безопасности по сжиганию сухой растительности и мусора, на территории города был введен особый режим, который необходимо соблюдать. В городе введен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещается разведение огня, посещение леса, сжигание сухой травы. За нарушение данных действий предусмотрено административное наказание. С этой целью мы сейчас охватим поселок Мелькомбината и дачи района «Рассвет». Волонтеры после инструктажа были разбиты на две группы. Все они отправились на территории дач, чтобы пообщаться с местными жителями и раздать им информационные памятки с необходимыми требованиями пожарной безопасности, а также номерами экстренных служб. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Каннск», «Пятый канал».